Из интернета в радиоприемник. С сегодняшнего дня в нашем округе начинает вещать радио «Комсомольская правда Югра». Станция разместится на волне 101,6 FM. Отмечу, что ранее югорчане могли услышать КП только в сети. Пока эфир будет идти на 1 Ханты-Мансийск, однако в конце октября в Москве пройдет конкурс на право вещания в Нижневартовске. «Комсомолка» позиционирует себя как информационно-разговорное радио. На волнах этой станции югорчане смогут услышать как федеральные, так и региональные новости, а еще ток-шоу. Это первая в Югре на FM-волнах информационно-разговорная радиостанция с уникальным для нашего региона контентом. Утреннее шоу, московский эфир, обычное привычное время с 7 до 9, это прайм. Конечно же, новости, на которые делается упор, новости мировые, российские, конечно же, региональные. Без них радиостанция «Комсомольская правда» Югра просто не может не существовать.